12 июня. Сорт Дарао. Ежевика. Четвертый год. Первый год вот так вот зацвел. Кустик такой у меня небольшой. Я бы не сказала, что ветки очень такие сильные. Но, может, из-за того, что у меня почва песчаная. Но, во всяком случае, ягоды в этом году будут. Очень меня радует. Вот такой кустик. Так, а рядом вот кустик. Второй год. Это агавам. Агавам. Вот уже нижняя веточка. И вот верхняя веточка. Вот уже первые ягодки. Агавам у нас непревзойденный. Вот тоже небольшой. Ну вот, уже первые штучки, цветоносики. Вот такой небольшой кустик, но зацветет. Это второй годик. Весной выкопала маленький саженец и посадила одну веточку. Вот, нормально. Я очень довольна.